135-дневка. Значит, у них есть рост фирмы хозяйства Гелиос. Вот они в этом году выращивали 100 гектар капусты белокочанной. Вот, и как бы я и говорю, все-таки попробовать этот гибрид. Значит, первый их требовал была это устойчивость к трипсу. Так, возьмите, кто парень. Может найдешь, может не найдешь. Дальше супермаркет. То есть у них есть капуста для переработчиков, для хранения, а есть чисто заказ на супермаркет. Супермаркет, как знаете, эта головка идет до 2 кг, максимум там 2,5. То есть она при своих небольших размерах, она реально сбита. То есть это, опять же, та же самая новая. Сколько килограммов? 4, наверное? Там до 3. До 3, наверное. Наверное, больше. Наверное, больше. Ну, возможно, да. То есть, если есть капуста, у вас заказ там, для супермаркета, там, устойчивая там, к трипсу, грубо говоря, вот, то можно смело рекомендовать скиф. И еще из плюсов у него, то, как он лежит. То есть реально лежит 8-9 месяцев, вот, и 7% отхода до него потолок. То есть, до 7%. До 7%. Да. Ну и они на следующий год увеличат эту капусту с, там, грубо говоря, там, 5 гектар там, до 20 гектар. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.